Бля, всем здорова, с вами снова я, Алистер, и это новая серия тачка на прокачку в карпаркинге. Быстро, погнали. Я понимаю, что вы очень долго ждали, так сказать, данную рубрику, я вам обещал, но я никак не мог, так сказать, снять, так как были проблемы, я хотел снять, но... По каким-то причинам я не мог, так как у меня или не было времени, или я просто не успевал, или... Я как бы уже договорился с подписчиком, если что. Вот, он сейчас меня ждет, так сказать, я узнал даже его адрес. Он сейчас просто ждет меня дома у себя, вот. Машина, он говорит, что не самая дорогая, ну и не самая, так сказать, плохая. Так что, пацаны, думаю, будет дорого. Я сегодня буду на вот такой, пацаны, BMW M6, вот. Все, я знаю его местоположение, ехать там довольно-таки так сказать, нормально, типа, ну, не прям что и далеко, но как бы, ну, короче, нормально, но нам надо как бы заправиться, плотненько выезжаем и уже едем до заправки. Доезжаем уже до заправки, сейчас, короче, быстренько заправляемся, вот, и теперь ждем, кстати, пока она заправится, а тем временем я пойду и оплачу, так сказать, за бензин. Да, ну, как бы у меня полный бак. Давай сейчас я включу, так сказать, GPS и посмотрим, типа, примерно где-то находится и как бы нам вообще куда ехать или же нет. Так, смотрим. Ну, как бы нам сейчас просто ехать прямо и мы будем, то есть мы окажемся прямо там, так что, собственно, поехали. Так, как бы путь будет такая маленькая, как бы у нас машина быстро едет. Короче, сейчас я ему звоню и как бы посмотрим, типа, где он и как бы узнаем, так сказать, точно его местоположение, то есть дом, как бы, вот. Так, алло, привет. Алло, алло, алло. Так, скажи мне там номер дома, что ли. Номер дома 23. Хорошо, буду через 5 минут, окей? А ты же дома? Ага, ок. Да, я возле гаража, сейчас. Окей, сейчас я, короче, подъеду на... Я короче, на BMW. А, вот, вижу, прямо. А, вот, это ты? Окей, давай, давай. Да, это. Все, пацаны, вот и он, как бы, очень такая, так сказать, нежная встреча. Окей, так, давайте мою машину оставим тут. Все, закрываем ее. Такс. А, вот он. Здорово. Привет. Как бы, пока, типа, про тебя. Сколько тебе лет? Как тебя вообще зовут? Типа, ты откуда? 19, меня зовут Костя. Окей, а ты сам откуда? Отсюда ездить, придется. Окей, работаешь или... Нет, я учусь. Ага, как бы сам, так сказать, купил машину, ну или же родители? Своя. Вау, неплохо. А кто там, за сколько ты ее взял? За 70. Угу, хотя, не, да, ну, нормально, короче, вот. Что можно еще, как бы, про нее сказать, там, сколько у нее там сил, не знаю, вот. Сил где-то около 110. Угу. Это 1,8. Вон, например, на года. Она... 6-7 год. А, ну понятно, короче. Хотя, а что дальше за марка? Я просто как бы не разбираюсь, вот. Volkswagen Scirocco. Окей, давай ты прокатим, что ли? А давай ты за руль. Вот. Давай. Да давай просто типа, посмотрим вообще, на что она вообще способна. Давай газ пол просто, вот. Так, давай. Это, кстати, что, задний привод? Да. А я почему-то думал, что ты как бы передний привод. Такое. Ну, как бы, машина, кстати, неплохая, я здесь скажу. Кстати, вот. А машина, типа, обушная? Ну, конечно. Угу, я понятно. Я сказал, у друга купил. А, у друга купил? А, понятно, сорян, я просто не расслышал хорошо. Ладно, давай, короче, к моей машине, и, короче, ты поедешь за мной, ну, зачем? Сейчас я, короче, заберу машину, окей? Как бы, ты же не против? Вот, где-то на неделю, так на две, вот. А, типа, а ты сам, как бы, любишь там наваливать, не знаю? Или ты сам, типа, аккуратно вообще едешь?
конечно, люблю, я что, зря заметил, а, ну понятно, как бы, гонщик нелегальный, да? Ну да. Все, короче, давай мне, короче, документы, ключи. Хорошо, давай, я тебе, короче, дом тут. Все, пацаны, сейчас мы, короче, возьмем там документы и все такое, и уже, так сказать, поедем, уже, все, так сказать. Вот. А, вот, уже. Так, все, спасибо, короче, если что, как бы, там, если что будет, позвони мне, типа, если что будет там с БХ, окей? Хорошо. Давай, короче. А, кстати, а, давай. Все, короче, по рукам тогда, да? По рукам. Все, короче, пока. Давай. Давай. Удачи тебе. Все, пацаны, поехали. Как бы машина уже полностью как бы у меня. Заправляемся и потом уже там заберемся, не знаю, погоняем чуток, посмотрим, на что вообще способно, вот. Короче, пацаны, сейчас мы едем сразу в СТО и посмотрим, типа, сколько нам сядет, сколько времени это вообще будет, так сказать, длиться, так сказать, тюнинг, вот. Короче, я сейчас сделаю там план, типа, какая она будет, и если я буду уже у вас, то я, так сказать, продолжу запись, пацаны. Все, пацаны, вот я, короче, заехал, так сказать, на СТО, как бы, вот. Так, давайте аккуратненько, так, надеюсь, сейчас, блин, не будет очереди, я на это, как бы, надеюсь. Да, как бы, как всегда, тут, блин, никогда нет.